Одинцовские активисты «Единой России» поддержали фестиваль-конкурс песни из советских кинофильмов. В рамках реализации проекта «Культура малой родины» партийцы приняли участие в организации и церемонии награждения победителей конкурса. По словам депутата Совета депутатов Одинцовского городского округа Владимира Веницкого, задача фестиваля – сохранить прекрасные песни, передать их детям и внукам. Фестиваль-конкурс прошел на площадке Дома культуры в поселке «Летний отдых».